Ребята, всем привет! Наверное, все видели уже вот такие вот штуки. Но я знаю, как их сделать. Сегодня я вам покажу. Нам понадобится лист, скотч и синий пух. Карандаш и все. Сейчас я покажу, как их сделать. Вот. Нет, мой стол тут. Сори. Мы берем лист. Рисуем на нем пометку. Например, я хочу сделать в этот раз ананас. У меня, кстати, пенал с ананасами. Вот это да. Рисуем ананас. Круг. Вот так вот. Теперь раскрашиваем. Открывается плохо. Вам же там видно. Тебя бардак ужасный. Не знаю. Это ужас. Только не иди там, не иди там. Так. Так, у нас маленькое ЧП произошло. Ну, ЧП, я с мамой говорила. Ну, не мешай! Я видео снимаю. Я не знаю, как вырезать, поэтому терпите, ребят, терпите. Ну, сначала я таким светленьким делаю. Потом беру цвет немножко темнее. И раскрашиваю потом им. Ну, вот не раскрашиваю, а по бокам вот так вот. Получается не похоже на ананас. Ладно. Да, вот таким вот цветом. Все. И мы это вырезаем. Сейчас я скажу за большими ножницами. И мы это вырезаем. Вот не прям пока по бокам, можно вот так вот. Не обращайте на музыку на заднем фоне. Вот, у нас получается вот такая картинка. И мы вот так вот ее складываем пополам. Теперь берем скотч и ламинируем и клеим, кроме одной стороны. Мне это будет вот эта сторона. И я через нее наполню ее синтепоном. Ладно, встретимся уже на каком бы результате, потому что у меня очень мало процентов на телефоне. Я через телефон снимаю. Ну и вот у меня получился вот такой вот ананас жемякалка антистресс. Не знаю, как это правильно назвать, но я называю это так.